Я смотрю, ты все это хранишь? А то, что ты внизу выкинул, это ведь шар Фериде? Значит, несмотря на все, что произошло, не смог ее выкинуть из головы. Из-за того вранья, которое я сказала тебе, чтобы не потерять тебя, ты много дней не смотришь мне в лицо. Но твой интерес к Фериде никак не может пройти. Ну как это связано сейчас, а? Ну не начинай, Джунейд. Я делаю все, что в моих силах. Понимаешь меня? Вот. Я извинилась перед тобой. Я тебе сказала, почему я это сделала. Но ты ведешь себя так, будто ты этого не слышал. Мне больно. Так из-за кого? Из-за змеи, которая спит с Атешем, которая разрушила твою семью. Когда в последний раз мы с тобой спали вместе? Когда в последний раз улыбался мне, помнишь вообще-то, нет? Но ты ждешь от меня, что я буду что-то делать постоянно. Но взамен я сталкиваюсь просто с какой-то льдинкой. Я тебя, любящего Фериде, простила. А ты? Не можешь простить меня, который любит тебя. И что же это? Кипр? Откуда это вдруг? Моя злость тебе все еще не прошла. Стоит помнить о вашей с мамой игре, я схожу с ума. Я злюсь. Ты права. Мы не смогли достаточно времени друг другу выделить. Вот я и подумал. Этот отпуск может волнение прибавить. Так я об этом и говорю. Стоит нам ссориться, мы расстраиваем друг друга. Нам нужно найти способ решить это. Думаю, так же. Этот краткий отпуск пойдет на пользу. Да и мы отдалимся. Собирайся. Завтра отправляемся. Очень тебя люблю. Да. Спасибо, Дженан.